Привет, доброе утро. Хочу похвастаться. Сегодня у нас хорошая погода. Улицы убираются. Такие машинки убирают улицу. Цветет. Обратите внимание, ребята, цветет магнолия. О, какие цветы шикарные. Шикарные. Я не смогла не снять сегодняшнюю погоду. Погода чудесная. Птички поют. Ящики люди повыносили, но они уже пустые. Сегодня утром машина была, все собрала. Я иду в магазин. В общем, прогуляться. Выйду сейчас на озеро. На то озеро, что я много раз делала фотографии. Вот. Я буду периодически останавливать видео. Сегодня, наверное, день уборок. Повсюду эти маленькие машинки, жучки ездят вдоль дороги, заметают, моют. Вот. Людей практически не видно, машины тоже не сильно ездят. Мальчики, обратите внимание, статуэтки стоят дома. Ну, в общем, тишина гробовая, одним словом. Ну, зато птички поют. И очень мило, никого нет. Я сейчас выйду на озеро. Тепло. Очень хорошо сегодня. Немножко ветрено. Вот если бы не этот ветер, можно сказать, жарко было бы. Какой интересный кустик. А пахнет как акация. Пахнет как акация. Обалдеть. Я, кстати, видела такой куст уже. Вон тоже кусты цветут. Повсюду. Но я скажу, а вот красота какая. Это не роза, но это какой-то кустарник непонятный. Кстати, зимой он цвести начал еще в конце февраля. Представьте, идешь по улице, не совсем, как сказать, так сказать, холодно, ну и видно, что зимняя погода, и куст с розами. Ну, она на розы похожа, то не розы. А вон, смотрите, какие кусты как сделали. Интересно. Чудненько. Так, выходим. На первое озеро. То озеро папе нашему не понравилось. Но оно действительно не очень. Тут любят с собачками гулять. А, кстати, вот тоже кусты. Ну, такие кустики у нас есть.
Вот кусты тоже классные, красные, и цветут они айвой, как это сказать, фрукт айвы. Это я уже хорошо знаю, почему? Потому что я видела накануне отъезда отсюда их фрукт. Нарциссы отцвели уже практически. Отцвели. Еще гляньте, какая огромная елка, мальчики. Огромная елка. И вон снова, как я говорила, господи, благородное название. Магнолия. Да. И вот, смотрите, елочка какая. И там ива впереди. Гошика, слышите? Отзасанец. Я остановилась, и он замолчал. Гошик. Я пришла на основное озеро. Ой, это озеро шик. Лето начинается. И здесь лето начинается. Ути дырок наделали в земле. Шикарно. Я по той стороне всегда ходила. Попробую здесь пройти. Ути, мальчики, ути, смотрите. Красотульки. И молоденькая ивка. Ути, 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 ути. Они не боятся меня. Ути, ути, они думают, что я им сейчас лапкомку какую-то принесла, да, жульки? А вон все лежат, спят, смотрите, мальчики. Где бы такое было у нас, я бы счастлива была. Глянь, засранцы какие красивые. И не боятся, совсем не боятся засранцы. Носики попрятали. А там гоши выпендриваются. Супер. Ребята, это в центре города. Это просто прелесть. Глянь, дерево какое. Офигеть. Огромнейшее. Да, через видео не передать. Не передать. Обратите внимание, мальчики. Капец. Глянь, какое дерево. Глянь, я вовнутрь залезла. Я внутри дерева. Супер. Супер. Какое огромное. Сколько ему лет? Сколько ему лет? Офигеть. Да. По травке пойдем. Вон вышка, видите? Вышка стоит вдали, за деревьями. По этой вышке я ориентируюсь, если я где-то далеко, где-то заехала, да? Я по ней ориентируюсь. Там, где вышка, там и дом поблизости. Вот тоже дерево. Кора необычная, структура вообще. У нас таких нет деревьев. Я даже не знаю, я сейчас не могу сказать, что это за дерево. Тут много
растительности не такой, как у нас. Ну, как всегда, ути. А лебедей не вижу сегодня. Вот тоже, смотрите, мальчики, гофрированная. Ствол гофрированный. Обратите внимание. Обалдеть. И очень-очень высокая. И что впечатляет? Конечно, мусора практически нет. У нас бы тут все забито было. Ну, в семье не без урода. Это однозначно. Ляньте, ляньте, семейство. Кстати, зеленоголовые, это ж практически из той породы, что наши пупсы. Наш пупс, этот шеф наш. Угощения нет, зайца. Извините. А где мой маленький? Супер. Вот-вот я. Задний фон. Вот. Ну, конечно, лучше быть, если я буду у елочки. Поднимаюсь к территории, на территорию к этим вот необычным деревьям. А вот там вот парк. Ну, если честно сказать, парк мне не очень. Необычные деревья. Таких я нигде не видела. И тут нарциссы еще цветут. Вот такой вот вид здесь. Прекрасненькие деревья. И самое большое. Я скажу, что может быть это самое большое дерево не есть тем деревом, что стоят здесь. Хотя, судя по коре, вроде бы коры тоже похожие. Но ему дали разрастись. Далее ветки не обрезают, а эти обрезанные ветки. Если бы этим не обрезали ветки, то, может быть, они тоже были бы такие шикарные. Ну, это дерево я уже фоткала. Оно очень древнее. 1790 года его посадили здесь. Вот так вот, мальчики. В 18 веке дерево посадили. И оно до сих пор растет. Это уникально, конечно. А это его уже дети, наверное, высаженные. До апреля месяца здесь должно быть все подстрижено. А с 1 апреля месяца штрафуют, если кто обрезает деревья и кусты. Почему? Потому что птица начинает видеть гнезда, запрещается в это время обрезать деревья. Так, мои сладкие, я пришла на территорию магазина.